Великая Отечественная война. Как страшно и ужасающе звучит это слово. Но светлая память о ветеранах той войны будет жить вечно в наших сердцах. Мой дедушка Кузнецов Иван Ильич родился 12 апреля 1917 года в селе Грачи Никольского района Астраханской области. В школе он окончил всего 4 класса, а в 15 лет поехал на заработки на Дальний Восток, чтобы хоть как-то помочь своей семье. Но дедушку поначалу не брали, так как возраст не достигал 16 лет, и дедушке пришлось прибавить год по документам, чтобы уехать. Мой дедушка работал на рыбзаводе в поселке Озерской. Через время он окончил курсы шоферов, а в 1938 году был призван в армию на Дальний Восток курсантом-телефонистом в 37-й легкоартиллерийский полк. С 1940 по 1941 служил в 19-й легкотанковой бригаде механиком-водителем танка Т-26. С апреля 1941 по 1942 в 125-м танковом полку, а с 1942 по 1945 сражался на легендарном танке Т-34 в 172-й легкотанковой бригаде. В августе 1945 года мой дедушка был призван на Дальний Восток, где принял участие в боевых действиях в Советско-японской войне, держал танковую оборону. К сожалению, моего дедушки не стало 23 июня 1999 года. Но светлая память навсегда останется в моем сердце и душе. Мой дедушка Кузнецов Иван Ильич награжден юбилейными медалями и орденом Отечественной войны второй степени за храбрость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. И до сих пор невольно от чего-то непрошенной слезой сверкает взгляд, когда сквозь времена с военных фото защитники Отечества глядят.